Всем привет, на связи Экосплей, мы продолжаем Medal of Honor. Чё-то там. Elite Assault, всё. Куда? Спасибо. Загружаемся. Высадка на пляже Омаха. Такой достаточно значимый момент в истории. Ё-моё, Второй мировой? Это я читать не буду, я уже читал. Просто продолжим. 30 секунд! Ладно, парни, быстро! Рассредоточьтесь и остерегайтесь открытых мест! Сейчас будет мясо. Левый борт с Павелом, правый борт за мной! Курс на укрытие и доберитесь до гальки, увидимся на пляже! А может быть я хочу добраться до Наташки? Зачем мне галька? Пока плывем, пока что-то разрывается. Пока вроде все живы. На самом деле это очень скучная достаточно часть этой миссии. Мы все плывем. Самое интересное, что у меня все на месте были. Ах ты ж, ёптыш, уйдите, пацаны. Ебать вы метки. Хорошо, что я сохранился поближе. Награжден медалью. Какой? За отвагу? Добраться, блядь, до берега. Спасибо. Если чё, мне норм. Не, я вам серьезно говорю, мне норм. Блять, пацаны, спасибо. Спасибо, что вы мне помогли, пацаны, спасибо. Надежные бревна. Какие танки, вы чё? Вообще нормальные, нет? А, это свой. А, это медик. Я пошел. Да, вот эти пацаны ненадежные. За бревнами можно спрятаться, за этими пацанами нельзя. Ой, спасибо. Ну, я хотя бы добежал. Главное не сохраниться в тот момент, когда по мне вжарят. Ну, вот типа такого, да. Я погнал. Я не погнал.
Да, это будет долго. Мне как бы вообще вон туда. Сосай, как говорится, куда сай. Не добежал. Да ё-моё. А врача можно? Я, конечно, хз. Но тут где-то врачи должны быть. Ага. Так, дальше что? Ты, может, съебешь, нет? Не добежал. Блин. Ага. А как ползти? Во, управление. Так, это ладно. Ну, нельзя так нельзя. Блин, тут же железка. Ебать, шмаляю. И что я, по-твоему, должен сделать сейчас? Ага. Тупо побежать? Да ё-моё, куда дальше-то? Хорош. Ай-яй-яй-яй. Ай. А что это такое? Да в смысле, пацаны? Пестик. Ай, больно.
Так, один момент. А что такое тут происходит? Ладно, пофиг. А я, походу, в жопе, нет? А, нет, стоп. Так, тут, короче, просто надо сделать маневр вот здесь, насколько я помню. Что-то у меня прям вьетнамские флешбеки. Поехали. Сохраняшка. Чё так жестко-то, ну? Нахрен я сюда пришел? А. То, что я сюда пришел, я в принципе молодец. Как ж ты задрал? А! Зря вылез. Рано вылез. А у тебя аптечка есть? Ай. Нормально. Что? Каком низу, блин? А? А еще дашь? Возвращайся сюда и захвати пару зарядов. Куда? Ты охуел? Ой, пидорас. Так, аптечку мне дали. Ай-яй-яй. Давай, возьми ты их. Ох ты, тормоз. Ты, блядь, шустрый такой.
кончай стрелять. Ай, блин. Главное не сохраниться в какой-нибудь жопе. Аптечку дай, козел. Хорошо, Павел, выведи эту штуку на позицию. Блин. Заряды уже идут. Давайте! Вперед, вперед! Как ж ты задрал? А, это так работает. Ай-яй-яй. 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 Ну, неплохо-то. Неплохо. Бомби. Давай, бомби. Очень уж долго эти скрипты работают. Ага, как минимум здесь мин уже больше нет. Нет. А, как же мне их увидеть тогда? Мирные поля. Да в смысле? Продолжаем. Да как это сделать? Опа, 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 опа. Блин. Да как так-то? Так, ну я прошел до ямы. А значит, это возможно. Чё стоишь, смотришь? Видишь, сдох. А, сдохнуть можно и здесь. Хорошо. Да как это говно стреляет? 20 минут я уже занимаюсь этим делом. Ага.
Так. Как же там пройти? Не знаю. А, вон туда попробую. Ща. Я, может, что-то не знаю. Аптечка носится, сдай. Дай. Так, страдающий посмотрел. Ага, во. Нет, простреливаете. То есть это дерево ненадежное, я вас понял. Да еб твое налево. Как эта штука стреляет? Процентаж расположения ран. Ага, я нашел мину. Но я туда хотя бы пробежал. Нашел еще одну мину. Да вы задрали. Так, мне бы подсказочку. Так, на Вики ничего нет. Ядрить сложно. Я, судя по всему, момент просрал.
Да, блин. Я не знаю, как эту хрень пройти. Как? Просто как? Да иди нахрен. Я не понимаю. Ух. Так, ща глянем. Ща глянем более опытных чуваков. Я это буду очень долго проходить сам. Так, ну и чё? Мне реально вместе с пацанами надо было пробежать. Да хуль ты тут сидишь? О-о-о. Ну и чё теперь делать? У меня хп не хватает. Слышь, дай аптечку. Как вот это сделать? Ну и чё, погнали, пацаны. Да блин! Так, ты куда стреляешь? Суки. Бля. Ну что, неужели придется перезапускать? Ладно, попробуем. Попробую перезапустить. Нет, это не то. Ладно, поехали. Ой,
Поехали. Мне нормально. Пацаны, съебите, пожалуйста. Что ты, дебил, творишь? Да ёб твою налево. Надёжно. Печку дашь? Спасибо. Это я зря сделал. Жарит. Не, ща. Съебись, пожалуйста. Ты подошел. А это я зря сделал. Пацаны, вы нормальные вообще, нет? Адекватные? Не похоже на то. Вперед! Спасибо. Так, успел.
Успел. Так, я готов. Заряды! Очистить периметр! Ложись! А за этим чуваком надо бежать. Сейчас сделаем. Джефферсон, Вебер, вы поднимаетесь. Приготовиться. Курс на траншею вон там. Так, ты чё? В смысле? Пошёл. О, снайперку дали. Блин, тихо, нормально все. Стой прямо там, оставайся в укрытии. Ванжи 42 плюс огонь из того бункера. Мы должны выбраться из этой ловушки. Мы должны подняться и захватить огневые точки. Джефферсон, Вебер, вы поднимаетесь. Приготовиться. Курс на траншею вот там. Заградительный огонь. Да, нормально все, что? Бля. А, вот это ненормально. Нормально. Да, в смысле? Теперь здесь я буду сидеть полчаса. Да блин! Так, здесь мины, я понял. А вот мне интересно. Да иди ты в пизду, ну. Да чтоб тебя. Давай быстрее. Как мне пробежать? Я не понимаю, как тут бежать. Чекаем. Так, ну это я сделал, хорошо.
Жопа какая-то. На максимальном уровне сложности это пройти, ну, проблематично. Ага, значит, все-таки обоих с ней просто сносить. Да чтоб тебя. Ё-моё. Иди ты в задницу, ну. Так, это что было интересно? Как ж ты задрал, ну? Все, я понял, как можно. Ну блин. Да куда ты съезжаешь-то постоянно? Хорош мне землю трясти. Сука! Грёбаный Спрингфилд! Поехали. Не, это уже получше. Что-то меня как-то это напрягает уже. А это что такое вообще? Блядь, что происходит? Куда ты съезжаешь постоянно, дебила кусок?
Приемлемо. Хорошее место. Все, нормально. А. Спасибо, вовремя ты мне это сказал. А, тут тупик, ладно. А, я молодец. Хорошо. Проникнуть в бункер. Это мы сейчас сделаем. Хорошо. Пофиг. Это что? Патроны. Хорошо, наконец-то. Наконец-то я это сделал. А, нет, еще дальше. Я думал, какой-нибудь текст сейчас будет. Бля. Так, этого не было. Кто меня высаживает? Неплохо. Бля. Не спеша, то успеешь. Куда убежал? Нет! Ну все, что ли? А, выбраться из бункера? Нормально. То туда, то обратно. Все, выбрался.
Задание успешно выполнено, награжден медалью. Бита в лагере Нормандия, Франция, 7 июня 1944 года. Вы прекрасно поработали в Амахе, благодаря вашим образцовым действиям вас назначили на особое задание с капитаном Рам-7 из батальона А. Обстановка в лагере мрачная. Выросшие линии заграждения разделяют местность до самого пляжа, обеспечивая немцам отлично защищенную территорию. Все наши атаки наталкивались на упорную перекрестную оборону. МГ-42, минометы, 88. Вы сами знаете, некоторые территории, которые должны были быть захвачены 82-м и 101-м десантным батальонами, остаются в руках врага. Результат ошибок в ночь вторжения. Ваше задание — проникнуть за вражеские линии, повредить вражескую оборону и связаться с десантниками из 101-го, которым было приказано уничтожить особую цель между Инсигни и Карентаном. Если они погибли, вы должны завершить их задание вместе с Рамсеем. Для передвижения доступен джип, но невозможно сказать, насколько далеко вы уедете, прежде чем окажетесь вынуждены бросить его. Дороги рядом с целью хорошо защищены 80-миллиметровыми орудиями. Дальнейшие инструкции вы получите, когда прибудете к месту операции. Всего наилучшего, лейтенант Стэнли Харгрув, полковник армии США, командующий. Давайте на этом на сегодня закончим. Продолжим в следующий раз. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до следующей серии.